Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы начинаем. Микрофон, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Ребят, я ничего не смогу сделать, если вы не будете мне способствовать в этом. Для того, чтобы вам была теплая одежда, вот так вы должны быстрее работать над этим, то есть делать пуховики, а в этом я вам не помогу. Да, поесть, пожрать — самая важная часть дня, поэтому вперед, 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 вперед. Я забыл совершенно, что тут нужно будет построить мешочки. Также переставить наши турели немножечко назад. Так, первое подключение, это понятно. И переставить ее немножечко назад, чтобы у наших поселенцы могли здесь остановиться и обстреливать наших. И у нас тут хмель. Хмель нам нужен. Не буду отрицать. И тем более, когда холода, помирают растения, он нам пригодится. У нас закончился весь мрамор, что ли, ты хочешь что-нибудь сказать? Охренеть. Делаем мрамор. Тут холодно, тут 8 градусов, алё, камон, какой холодно. 8 градусов, это нормально, чтобы спать, наверное. Типа, у нас еда на улице лежит, минус 14, и хорошо. Просто она расположена под крышей, из-за этого она портится. Окей, странно то, что они сюда положили ягоды, хотя они тут лежать не должны. Ты должна понести, желательно. А сюда? А, все, оно заполнено. Тут мясо не заполняется, в общем. Уфал мстит. Сеня! Что ж ты такое наделал-то, Сеня? Беги. Беги, Сеня, спасайся. Втроем. Ксения, у тебя что по вещам есть? Ага, ничего такого, ладно. Лучше Спиди, босс и этот. Иди сюда. Я Спиди особо не нужен, поэтому занимайся своими делами. Сеня, беги сюда. Займите позицию, начните обстрел. А Сеня начинает маневр уклонения. Все. Муфало мертв. Поэтому особо переживать не за что, и все замечательно. Так, пленник, что мы с тобой сделаем? По сути, ты нам не нужен. По факту, поэтому... Я не помню, что я говорил в прошлой серии, но по факту... Ты нам не нужен. У тебя идеальное здоровье. Я хочу тебя пустить на органы. Очень сильно хочу попробовать хотя бы это, как это вообще происходит. Босс, ты где? Так, ну у нас идеальный медик вообще. Врач. Кто у нас идеальный врач? Босс, лучше всего врач, окей? Окей. Босс, иди сюда. Отнести на операцию. А ты завершила меч. Замечательно. И Спиди, тебе нужно будет его взять. Босс, окей. Мы сделали. Так, ага. Здоровье добавить. Излечь орган. Давайте сначала правую почку. Чисто ради эксперимента. Так, замечательно, это мы почку извлекли, пока она не отошла от наркоза. Печень. Провести. Давай. Окей, продолжай, нам печень нужна. Злоупотребление психином, ксионер. Ладно, изучай. Я знаю, что пациент ждет, и у нас босс начинает заниматься этим. Умерла во время операции. Ну, ничего не попишешь тут. Что мы извлекли? Перенести... Ну, у нас теперь есть печень. Почка, печень. Почка и две печени. А, замечательно. Пожалуй, надо будет боссу. У нас что по персоне? У нас по медицине 12. Окей. А кто еще там, по-моему, Ричан у нас был? По персоне у нас был. Медицина 11 и две полосочки. Я, пожалуй, Ричана буду качать в медицину. У Джордана. Почему у тебя нет нужды? Вырезан чей-то орган и типа, окей. Смерть из-за удаления органа. А, окей. Так, я понял, тут вам холодно, типа, или чё? 15 градусов давайте повысим. 15 градусов это мало, типа, повышаем. Блин, мне не жалко, на самом деле, энергии у нас дофига. Я не думал, что на поселенцев это влияет. У нас дерево есть, почему костер не заправляет никто? Это для меня загадка. Место сбора закрыть. Ксионер, ты до сих пор под нервным срывом, что ли? Господи. Обломки космического корабля прямо к нам в дом упали. Ну, неплохо. На самом деле, не понял, почему ты сорвался у нас? Ты просто сорвался, в принципе? А, из-за того, что вырезан чей-то орган. Это проблема для поселенцев, оказывается. Ну ладно, будем знать теперь. Я на самом деле, то, что думал, то, что это вообще никак на поселенцев не должно влиять. Типа, она же
Камон, она же пленница была, и всем пофиг на нее должна быть, но как-то не пофиг. Так, и тем более у нас нету никого здесь, и можно продолжать здесь заниматься тем, что делать здесь особую тюрьму. Делать также из гранита. Так, вопрос. Босс. Фермер и строитель. Ага. Строитель и шахтер, ладно. Без вопросов тебя не имею. Сионер до сих пор, типа, у него нервный срыв. Тебя как психину. У нас нет психина. Ты же, по-моему, у нас наркоман был, да? Да, по-моему, ты был наркоманом, но что-то мы тебя вроде вылечили, как бы, и не понимаю, в чем проблема, на самом деле, типа. Камон, это глупо, мне кажется, нет? И замечательно, сионер у нас оправился после небольшой проблемки. Это замечательно. Думаю, вот это вот даже можно разобрать. Построить здесь обогреватель. Ай, забыли по энергии. По энергии забыли, совершенно забыли по энергии сделать вот так вот. Так, технологии мы изучили уже. Охренеть, мы как быстро изучаем. Теперь можно изучать водные... Точнее, теперь можно изучать мультианализаторы для того, чтобы дальнейший метеорит. Из чего у нас метеорит? Из известняка. Бесполезный блок. Речан, а что тебе делать нечего? Ты у нас на троечку ученый, типа, камон. А, все, пошел заниматься, все-таки задумался он, да? Так, пока мы его выключим. Пионическое сердце, наши стали, длинный меч стали, ракетница тройка. Давайте посмотрим, где у нас схрон. И я бы хотел туда отправить людей. На самом деле уже пора выбираться из поселения. Нам, в принципе, позволяет ресурсы и все. Схрон, окей, здесь находится. Мы находимся здесь. И снарядить караван. Так, сколько отсюда до сюда? Вот, так, отсюда до сюда сколько? 1,6 дней. Окей. Меня все, в принципе, все устраивает. Так, отсюда до сюда. Так, у нас пойдет речан. Надо трех человек хочу отправить. Потом у нас пойдет... Босса, думаю, оставим. Пойдет Спиди. Потому что он ближняк. И Джордан, по идее, должен пойти. Давайте мужчину муфала возьмем. Из вещей мы возьмем. Сейчас пока холодно, можно взять штучек, не знаю, 20, в принципе. Построить маршрут отсюда до сих пор. Принять. Все. Караван начнет путешествие. Все, замечательно, они все соберут и отправятся в караван. И оттуда они побегут вместе с Муфало. Так вот Муфало, которого, кстати... А, это караванская Муфало, окей. По-хорошему нужно начать приручать еще животных. Я вот не знаю, гигантского ли им нимет. 10% шанс, что... Ну, пускай. Хуже, думаю, не будет явно. И в скором времени у нас должен, я так понимаю, караван, да. Не, ага, это не то. Грузовые контейнеры. Класс. С чем? С ураном. Пускай. У нас есть надеюсь, куда его переносить? Да, у нас есть куда ее переносить, и пельмени, босс, иксионер, пожалуйста, помогите. Сюда идите. Сеня, убегай, да? Сеня убегает отсюда, в принципе. Прячься за дерево. Мансуй, мансуй, мансуй. Давай, 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 давай. Босс, А, Сеня вырубили, засранец. Он до сих пор агрессивен. Агрессия, да. Так, босс, встань за это дерево. Пельмень, встань за это дерево. Босс атакуй, и пельмень атакуй. Так, он за кем сейчас? За пельменем. Убегай, пельмень. Атакуй, и пельмень, и босс, убегай. Атакуй прямо отсюда. Все замечательно. А ты можешь спасаться. Пельмень, иди сюда, отбивай его. Босс, уходи. Это все надо будет перенести туда и спасай. Торговый корабль прилетает, это классно и офигенно. И может... Так. Кто у нас остался из тех, кто хорошо общается, в принципе, социум? Не так. Общение девяточка. А, кстати, сионер, по идее, общайся, в принципе. Принять. Золото нужно будет для мультианализаторов, и думаю, с этим справимся все. Займитесь переноской, пожалуйста, ребят. Так, Сеню не лечить медикам... Ну, ладно, лечи. У него что там? А, у него возможность смерти. Рваная рана. Да, окей, лечи его передовыми медикаментами, это не проблема, ладно. Давайте посмотрим по карте. И наши уже... Сколько им осталось? Расчет время пути один день. Кандир, дела. У нас теперь еще есть два маленьких хаски. Окей, замечательно. Так,
Преследуют беженца. Неожиданно, на самом деле. И 40 лет. На всякий случай, если что, кинем на органы. Я думаю, с этим переживать не надо. Так, в Пепперсоне ты офигенный дальник. А общаешься, медик. Ремесленник тоже. Хуёвый, на самом деле, кулинар. Горняк, строитель. То есть, так как бы ты... Ну, шериф, то с тобой все понятно. Окей. Пускай будет. Ты охотница, да, у нас... Поэтому держи, 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 держи хорошую винтовочку. Так, а теперь смотрим сейчас по ситуации. Должны они напасть. Кто они, я не знаю. При желании нам нужно их всех захватить, чтобы разделать на орган, так, налет. Смотрим, пистолет, дробовики, коктейль молотовый, самое опасное, то, что есть. И вроде они должны сейчас нападать немедленно, да? Нападать немедленно, так нападать немедленно. Так, тебя мы немножечко перенесем сюда примерно, потому что ты у нас хорошо стреляешь. У Пьола есть винтовочка, Саня вообще в отключке, это плохо. До сих пор его оружие никто не взял, так, бери его оружие пока. Так, пельмень, сюда вставать, в боевую готовность всем быстро. Плохо то, что у нас нету никого, кто бы мог их в ближнем бою отводить. Давайте лучше НАТО сюда поставим, чтобы в случае чего он смог бы принять на себя урон. Перенесить. Ты успеешь? Ты успеешь его перенести заодно, перенести. Раз, минус. Окей, отработали. Пояса там завеса, не проблема. В него стреляем. Еще. В пистолетчика тебе. Теперь нужно стрелять. Того, у кого коктейль молотова. Отработали. Теперь в него. О, Сару. Так, босс, воспользуйся суматохой и захвати его. Главное, в босса не попадите. Каски долбаны их. Захватывай. Так, Сеня, тогда ты захватывай, а Над атакуй ближний бой. Вы атакуйте ее. Так, все выходите из боевой готовности. Так, пельмень, батл и пиола выходите. Над тоже. Залечивайте свои раны. Захватите все, что плохо лежит. Так, по здоровью нужно их лечить обычными медикаментами и с простой диетой. Так, у тебя 9 часов, у тебя 4 часа, спасай его. Так, а лечи. Сейчас двоих, думаю, сможем вылечить. 3 часа, 5 часов, 7 часов, 15 часов, ага. Теперь его лечи. Все замечательно. Ага, так, кто у нас еще больной? На этот ты больной? Так. В принципе, ты бесполезный колонист был, и поэтому... Небольшой добавишь колонии, поэтому не стоит переживать особо. Но придется так, выбрасывай все и можешь спокойно отправляться вдаль. У Сени за... Чё? Сеня, иди лечись. Босс, пожалуйста, выздорови Сеню. Лечись. Так, пиромания, спиди, вообще не вовремя. Так, лечи Сеню. Зря я начал ее спасать. 40-летнюю особенно. Так, давай ты будешь его лечить нормальными медикаментами, которые вот 5 штучек есть. Лечи его. Только нормальными медикаментами. Заражение. Иммунитет 8%, возражение 8... Да, 10%. Все, замечательно. Она, это не критично. И он сможет выбраться. Ты бесполезный. А ты, может, пригодишься. Животновод, искусство, медицина, ремесло. Мне сейчас ремесленники нужны, поэтому ты особо бесполезен. Есть два варианта. Сейчас пустить на органы. Ну, мы так справлюсь. Фикса заражения. Вообще не вовремя. Так, давайте по порядку. Я понимаю, что у Лан заражение. Босс, лечи Лана. Налет. Противника какое-то время на подготовку. Окей. Где противники? Ага, даже так. Так, у нас есть нож. Нож и автомат. Беспонтовая тема. Нет, иди отдыхай, да. Все правильно, Сеня, тоже иди отдыхай.
Улана заражение, в курсе. Еще что ли одно? Правая нога. Босс, иди залечи. Да, ты знаешь, что делать. Они уже начали атаковать, что ли? Блин, это плохо, это плохо, плохо. А, пельмень и ксионеры, беги, бегом сюда. А, у нас турели их отработали. Не всех, но отработали. Так, босс, а, пельмень, сюда. Я думаю, ты босс. Ага, вставай сюда, отрабатывай. Его атаковай. Еще один. А, как вас много. Так, и еще такой. Ксионер, тоже сюда вставай. Атакуйте всех. А, лучше этого, который стреляет сейчас. Пельмень, встань сюда, ксионер, сюда. Ксионер, за укрытие, пельмень, за укрытие. То, что у нас кто-то пострадал в перестрелке, это плохо. Пёлов, вооружайся, сюда вставай. Джесс, лучше сюда беги. Вот так вот. Пельмень, беги, 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 беги. Пельмень. А-а-а, смерть ксионера. Ладно. Чё, справимся. Пельмень без сознания. Так, 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 так. Я даже не знаю, что делать. Турели закончились. Пельмень без... Серая гвардия, то есть... Так, Пиола и босс, срочно вооружайтесь, бегите сюда, бегом, 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 бегом. Нежелательно. Стоп, Пиола и босс, атакуйте. Все замечательно. Пиола, спасай пельменя, спасай. Босс, иди сюда. Пусть же добивать. Так, в итоге у нас минус один колонист. Да, Рэнди подкинул, у меня делов. Босс вообще тащит, и остался Митчелл какой-то. Замечательно. Так, все, босс может отдыхать, долечивать раны. Это все нужно будет забрать, но позже. Сейчас этим заниматься некогда, нужно будет сейчас заняться колонистами всеми. Джесс, иди спасайся. То есть нужно будет сейчас разгрести все дела. Пельмень, что с тобой по здоровью? О, боже, босс, займись им быстрее. Лечить. Здоровье. Через 2 часа. Успеешь, босс, нет? Должен успеть. Все, успел. Так, перейти к месту. Сурон, скорее всего, находится в этом месте. Давайте мы втроем побежим сюда тогда. Так, пельмень будет жить. Нужно будет... В разном, по-моему, да. Саркофаг находится в разном. Нужно будет построить два саркофага. Хотя лучше могилу одну. Для Хаски. И у нас же здесь есть уже саркофаг. А, у нас сейф, где мы загрузились. Все замечательно. Нужно лечение на этот отдыхай. А, они даже до сейва, до схрона не дошли. Это замечательно. Почему я только Джордан отправил? Я хотел отправить ксионера, отправил Джордан. Вот я дурак, а. Ладно. Ничего страшного. У охотника нет оружия дальнего боя. Сеня, думаю, ты сообразишь то, что тебе нужно взять. Пиола, да, думаю, ты тоже сообразишь, что тебе нужно взять. Сеня, теперь иди отдыхай. Зато мы вернулись к тому моменту, где пока все нормально. И думаю, они справятся так. Да, геморрой, конечно, знатный. Сколько трупов тут. Должен есть Бодрин, охренеть. Все это вам предстоит перенести, ребят. Давайте быстрее. Голод. Почему Сенику? А, ну Сеня, конечно. Почему тут дверь выбита? Объясните мне, пожалуйста. Я голос уже сорвал. Я уже голос сорвал с этими разговорами. Пельмень, пожалуйста, займись от дверью, потому что у нас заключенный все-таки этот. Такой проект уже здесь есть, это я знаю. Даже тролли целые, охренеть. Ульяна заражение. Ну что ж теперь поделать. Давайте у нас будет только лечить босс, окей? То, что врач. Так, заражение Ульяна, это мы знаем. Уныние, на это уходит уныние. Ладно. Инфекция заражения Ульяна, еще одно место, окей. Так, ты лучше, ладно. Босс, перенеси, пожалуйста, труп. Ну, часть тела. Простой протез руки, в принципе, меня не устраивает.
Так, также нужно будет уменьшить доступную область, пастбище, и вот эту вот область убираем из зоны доступной. Нежелательно, чтобы тут животные бродили. Также нужно будет сделать покрытие все из гранитной плитки. Построить здесь копию кровати две. Думаю, с этим ребята справятся наши. А также нужно будет разобрать вот эти вот два колышка.